Машина, которая пережила развал постсоветского пространства и стала еще лучше. Не надо думать, что ВАЗ был лидером. Шкода всегда лидировала. И сейчас мы едем на лидере семейства Шкоды. Шкода Super B, или по-английски Superb. Что такое Superb? Это супер всего. Мы не будем говорить, что эта машина суперскоростная и супербыстрая, хотя гонять она может. Но эта машина супербольшая и супер навороченная. Я задам дивный вопрос про компанию Volkswagen. Ну да, вы, владея такой маркой, купили лидера, типа Audi. Какого хрена вы купили Шкоду и вывели ее в лидеры, то? То бишь, ваш Volkswagen ни хрена не дешевый, и Шкода тех же денег стоит. Ну да, у вас есть Seat, тот еще подешевле. Но грамотнее Bugatti в цене, далее Audi, далее Volkswagen, далее Шкоды, далее Seat. А зачем Шкода по цене Фольксов, я не понимаю. Да круто, почти наворочено, но Шкода никогда не прыгала к Фольксам, никогда. К слову, о всей вашей дивной корпорации. Из всех ваших машин я крайне сильно люблю только одну. Audi A6, либо сотку. Причем сотка мне нравилась больше. Едешь шикарно, с плюсом. Крутая штука, приборная панель. С точки зрения пассивной и активной безопасности. Многорычажная подвеска и удлиненная база позволяют вам контролировать машину в любой момент времени. Ну и разумеется, подушки 4.